Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Вера Курочка хочет сделать откровенную фотосессию, но Петр Шепель категорически против этого. После беседы с Ольгой Бузовой Петя все-таки уступил и разрешил своей девушке сняться обнаженной. Алексей Чайчиц ответил на вопросы подписчиков о своей национальности. «Скажу честно, я белорус, и мама, и папа, и дедушка с бабушкой. Видать, я неправильный белорус». Участники «Дома-2», а также ведущие проекта побывали на ежегодной вечеринке, которую телеканал ТНТ устроил в ночном клубе. Ребята публикуют фотографии с мероприятия. Подтвердилась информация, что очередной ведущей на Сейшелах станет Ольга Бузова. В августе она сменит на своем посту Андрея Черкасова. Бузова станет пятой ведущей. Концерты ей пришлось отложить на осень. Алексей Купин опубликовал фото Маши Кахно и пошутил над ее стилем в одежде. «Маша просто ходячая трагедия», – пишет он, – «но она лучшая, потому что единственная». Аида Бабаева после возвращения с острова на поляну встретилась со своей сестрой Саидой. Аида спросила у подписчиков, стоит ли ей делать такие же губки, как сделала ее сестра. Марина Тристановна Абрамсон опубликовала снимок с прогулки с внучкой. Вместе с ней гуляла и мама Валеры Блеменкранца. Встретились двое бывших участников «Дома-2» – Лиза Полыгалова и Стас Дегтяренко. «Приятно найти человека на твоей волне», – пишет Стас. Обнаружили тучу общих интересов. В сети появились новые совместные снимки Вики Романец и Антона Гусева. Они отдыхали вместе в караоке с Джозефом Мунгале. Они приехали вместе, сидели за одним столиком. Антон спел для Вики несколько романтичных хитов. Но фотографировать себя вместе ребята не разрешали, только по отдельности. Женя Феофилактова опубликовала фото с сыном. «Как я счастлива», – пишет она, – «окутана заботой и любовью». Подписчики раскритиковали улыбку девушки. Саша Артемова и Женя Кузин поменяли свои планы. «Женя хотел сыграть свадьбу в Америке, а я в Греции», – пишет Саша. «К сожалению, наши родители не выездные, поэтому торжество состоится в Москве. Мне бы хотелось пышную церемонию, а Женя, наоборот, скромную». Маша Адоевцева, которая недавно обвенчалась, публикует первые фотографии с венчания. «Это долгожданное чудо», – пишет Маша, – «и большего действительно не надо, когда пришла любовь и есть семья». Андрей Чуев познакомил свою девушку Вику с бабушкой. «Одобрила», – пишет он, – «сказала, чтобы не бил без дела». Бывшие участники проекта Алиса Огородова и Олег Бурханов сейчас вместе. Они сделали памятные тату друг о друге. «Я сделала татуировку нашей даты», – рассказывает Алиса. «Это тот день, когда мы познакомились. Олег сделал тату в виде отпечатка моих губ. С ним всегда будет моя энергетика». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.